чеченский авторитет Гилани Седой, который пытался увеличить свое влияние в Екатеринбурге путем поддержки одной из сторон, во время криминальной сходки на визе, сбежал на Кипр. Выступавший на его стороне вор в законе Гия Свердловский, покинул Свердловскую область. Причиной этого стал конфликт с другим чеченским вором в законе, Ахмедом Шалинским. По его словам, во время сходки авторитетов 11 августа Гилани обеспечивал бойцов для стороны бизнесмена Валерия Яковлева и входивших в его окружение Артема Беркова по прозвищу Зубочистка и Александра Гришаева по прозвищу Саша Гриша, и с ними Гии Свердловского, которые уехали до приезда АБОП и СОБР. В противовес стороне Геры Жибы и Олега Мармерштейна, которые были задержаны и получили от 10 до 15 суток ареста. Гилани сам из Грозного, но он пытался увеличить свое влияние здесь, в Екатеринбурге. Присылал сюда людей. От него на сходке было два джипа чеченцев, около 10 человек, они свалили до того, как начались задержания, сообщил наш собеседник. Он также раскрыл подробности конфликта между Гилани Седым и другим чеченским вором в законе, Ахмедом Шалинским, который является смотрящим за соседней Челябинской областью. Все произошло после недавней сходки криминальных авторитетов в Турции, где присутствовали порядка 20 человек. Ахмеда Шалинского ранее обвиняли в том, что он взял себе 150 миллионов рублей из общака. Дней 5 назад воры собрали сходку в Турции, где Ахмед реабилитировал себя, что он не брал деньги из общака. Раз информация не подтвердилась, начали проходиться по тем, кто поднял эту интригу и оболгал Ахмеда, начали спрашивать с них, объяснил инсайдер. И под эту историю попал Гилани Седой, так как он был одним из тех, кто поддержал вброс на своего земляка и коллегу по цеху. На сходке его объявили интриганом, после этого он сбежал из Чечни на Кипр. Также он рассказал, что Свердловскую область покинули участники сходки на Юмашево, бизнесмен Валерий Яковлев, который, по некоторым данным, может находиться в Испании, а также криминальный авторитет Гия Свердловский, местонахождение которого неизвестно. По информации портала Prime Crime, Гилани Седой родился в Грозном в 1974 году. Впервые под прицел правоохранительных органов попал в 1999 году при нападении на пражский ресторан «Сергей». Входил в ближайшее окружение деда Хасана. Был коронован им в мае 2011 года, потом раскоронован в 2015 году, затем опять коронован, уже благодаря новому лидеру преступного мира Шакра Молодому. Он конкурирует за звание главного чеченского вора с 40-летним Ахмедом Шалинским, Тимуром Саратовским, Хусейном Слепым и другими. Несколько раз Гилани был осужден за хранение наркотиков, без цели сбыта, любил побаловать себя амфетамином и был с ним задержан полицией. Последний раз отправился в места не столь отдаленные, в 2015 году, на 3 года 3 месяца, статья 222, часть 1, статья 228, часть 2 Уголовный кодекс Российской Федерации. Освободился из ростовской колонии 28 июня 2018 года. Является близким другом Казбека Дукузова, который, по версии Следственный комитет Российской Федерации, совершил в 2004 году убийство журналиста Пола Хлебникова и бывшего вице-премьера Чечни Яна Сергунина. Недавно мы писали, что скоропостижно скончался один из организаторов нашумевшей сходки на Юмашево, Герман Гарт, известный как Гера ЖБИ. На его похороны собралось около 1000 человек. Напомним, 11 августа силовики доставили в полицию 30 человек. Двое из них были отпущены, а остальных 28 привлекли к административной ответственности за хулиганство.